Právě teď jsme odchytli kazachskou šampionku, která pochází z Almaty. Která pochází z tady toho města z Almaty a zeptáme se jí na pár otázek. Jmenuje se Tatiana Volková, je to tak? Ваше имя Татьяна Волкова. Я бы хотел у вас задать такой вопрос. Какие ваши достижения были в прошлом? В прошлом я 4 раза выигрывала нашу республику Казахстан и 2 раза была уже чемпионкой Азии. Это 2011 год, город Улан-Батор, Монголия. И в 2012 году Узбекистан, Ташкент. Zeptal jsem se, kolik krát vyhrála nebo čeho dosáhla v tomto sportu, závodě ve fitness, jsem zapomněl říct, a na což mi povídala, že 4 razy vyhrála v Almatinsku. 4 razy vyhrála v Kazachstánu a 2 razy byla šampionkou Asii. Sledující můj vopros bude takov, s jakými ambicemi вы на этих соревнованиях, какова ваша форма, как вы оцениваете свою подготовку по сравнению с прошлыми чемпионатами? К сожалению, в этом году я достаточно серьезно переболела, и форма, конечно, должна была быть лучше, но, тем не менее, я рассчитываю все-таки выиграть, принести нашему Казахстану еще 1 золотую медаль в этом году. Надеюсь, она будет первой, потому что мы первыми выступаем. Вот. Это очень приятно, когда спортсмен вот так вот пытается завоевать медаль именно для своей страны. Я сам себе зептал, с каким целем я буду спокойна теть на тари ты соутеже, небо чего бы се хотела досягнуть, на což мне рекла, же моментально тари была немоцна пред тари тоу соутежи, а ей форма не такова, как бива вжди, але přes то вери, же выиграет, небо хце выиграть, а за про зем Казахстан выбоевать злато медали. Огромное вам спасибо за ваше время. Мы уже вас отпустим, чтобы вы разогревались. И очень хотим, чтобы вы выиграли. Всего наилучшего. Благодарить. Если бы вы хотели кого-то поблагодарить, у вас есть возможность. Я бы хотела сказать большое спасибо своему тренеру и всем тем, кто меня поддерживал. Кто финансово, кто морально, кто психологически. Всем большое спасибо. И вам спасибо. Спасибо за разговор. До свидания. До свидания.